Вітаю вас, ви дивитесь програму «В світі здоров'я». Ну, знаєте, на мій погляд, і я гадаю, що на погляд жінок, які будуть дивитися цю програму, вона буде дуже, ну, дуже цікавою, тому що сьогодні гостею програми буде лідер міжнародної компанії Мері Кей Юлія Сметаніна. Вітаю вас. Ви знаєте, дуже приємно, ви знаєте, ви прийшли, така, знаєте, сонячна, в такій похмурій, хмурий день, ви принесли продукцію Мері Кей, теж таку, знаєте, коли дивишся навіть, ну, на те, як вона запакована, піднімається настрій. Видно, що все зроблено з любов'ю до жінки, скажімо. Ми ще поговоримо, користуються чоловіки, чи є лінії для чоловіків, наприклад. Ну, і знаєте, я хочу сказати насамперед глядачам, що Юлія – це не лише лідер міжнародної компанії Мері Кей, вона ще є щасливою дружиною, щасливою мамою, щасливою бізнес-леді. Знаєте, все, що в вашому житті є, до всього можна додавати слово «щастя», так? Так. І я гадаю, що це не лише від того, що, ну, ви, скажімо, такою народилися, так? Ви таким зробили своє життя, щоб бути щасливим, так? Колись був такий момент, коли ви вперше, скажімо так, дізналися про продукцію Мері Кей. Яким був ваш перший крок до сьогоднішнього життя? З компанією Мері Кей я знакома вже 13 лет. Я сотрудничаю з компанією Мері Кей вже 13 лет, но приблизительно там разница в полгода, как я познакомилась с компанией Мери Кей. У меня... Я очень много испробовала различных косметических компаний, потому что у меня была очень проблемная кожа. Я думаю, что большинство женщин, да, с этим сталкиваются. Я ходила по ходу к косметологам, домашний уход. То есть вот у меня была различная система. И знаете, как есть, вот ты ищешь, и не находишь того, что есть. То есть я думала, что косметолог – это мое спасение. В общем-то, на этом я закрывала. Когда мне предлагали, я говорила, не-не, девочка, у меня есть косметолог, спасибо, мне достаточно. Мне таки говорила потрясающая девушка Карина, благодарю ее очень за это. Она пригласила меня на мастер-класс по уходу за лицом. Вот то, что я вам говорила, да, что в компании Мери Кей мы проводим бесплатный мастер-класс, это обучающие уроки красоты по уходу за лицом. Мы делаем там на пол лица. Ну, конечно, вторую половину девочки вот, делаем, или женщине, да, чтобы она могла уйти красивая полностью. Я когда увидела пол лица, я поняла, что все, больше мне ничего не нужно. Когда мои поры стали в половину меньше от одного раза. Ну, то есть вот я поняла, что все. То есть вот это вот то, что мне нужно. И я пришла на мероприятие. Я очень такая, знаете, я люблю различные мероприятия, поэтому я здесь сегодня с вами в студии, да? Я люблю делиться. Вот я такая очень, видно, позитивный человек в этом смысле. И я такая, когда услышала, что есть в компании Мери Кей мероприятия, когда есть тренинги, когда есть что-то, что может меня вот как-то развить, я сразу же записалась, попросила Карину, чтобы она меня пригласила. И знаете, когда я туда зашла, я всегда об этом говорю, я когда увидела количество этих красивых женщин, и тогда говорили еще в 2005 году, что Мери Кей – это секта, что здесь какие-то очень странные люди, женщины вообще непонятные. Я сказала, мне все равно, что это секта, я хочу здесь быть. Потому что как они говорят, как они выглядят, как они себя ведут, меня это очень сильно привлекло. Вот женщины, которые были на сцене. Это я сейчас знаю, что это были лидеры Мери Кей, это были консультанты Мери Кей, но для тогда у меня были просто вот женщины. І от тоді я влюбилась на всі 100% Мері Кей. Ви знаєте, я десь чула таку фразу, сказали, що якщо жінка, вона себе любить, вона себе поважає, то для неї те, що вона слідкує за собою, треба, скажімо так, ну, возводити в ранг релігії. Знаєте, це як, ну, без цього неможливе життя, без цього неможливий вихід на вулицю, без цього неможливо. До мене в студію приходять, наприклад, там актриси, так? І вони кажуть, ніколи не повинно бути якогось такого сумного обличчя, щоб на обличчі не було косметики. Це не цього робити, це такий тренинг для тебе, це тебе тримає, це тебе робить жінкою. І ви знаєте, ну, можливо, для кого це і секстанство, знаєте, але це лише для тих людей, котрі не розуміють, що таке бути справжньою жінкою. Котрі не люблять себе. Так, які не люблять себе. Тому що жінка, ну, коли жінка за собою ухажує, утренні процедури, скажімо так, да, звісно, це немножечко займає часу, просто у кожного це різне час. Коли ти починаєш за собою ухажувати,
И когда тебе нравится то, что ты видишь в своем зеркале, соответственно, ты становишься какая? Счастливая. Счастливая. У тебя хорошее настроение, у тебя, соответственно, сразу вокруг. И у мужа хорошее настроение, и у ребенка хорошее настроение, потому что ты порхаешь, как бабочка. То есть уход за собой – это очень важно. Это самый главный, кстати, продукт компании Mary Kay. Да, то есть компания развивается в четырех направлениях. У нас это уход за телом, уход за лицом, декоративная косметика и ароматы. Четыре направления, и это огромнейшее, знаете, вот, ну, это огромнейшее, это тысячи людей работают над разработкой. У нас свои лаборатории, у нас же косметика считается институтом красоты, у нас свои научные сотрудники, у нас свои заводы. Вот буквально в ноябре месяце сейчас открылся завод в начале ноября, который в Далласе, у нас косметика Америка, у нас нету заводов ни в Украине, ни в России, за что мы очень благодарны компании, потому что все-таки там другое качество, скажем так, да. Компания Mary Kay, вот то, что вы говорили за упаковку, это натуральные компоненты, она не просто подходит к тому, что внутри находится, она подходит очень... Не просто приемна на погляд, да, скажем так. Она еще очень экологична, да, то есть это тоже очень важно, потому что Mary Kay была очень верующая женщина, для нее очень важно было, чтобы... Мы не тестируем продукцию на животных, то есть у нас есть определенные какие-то моменты, которые на сегодняшний момент действительно очень важны, да, то есть это натуральный компонент, это современная технология, это то, что соединяется в одно, и поэтому вот так вот, мы выглядим. Чудово. И красивые, вы и счастливые. Вы чудово выглядаете, хочу сказати. Спасибо. Мы не будем казати, скільки вам років, тому що коли ви мені сказали, ви знаєте, я дуже здивувалася, ну, дуже, знаєте, і це ще один плюс, скажімо так, на користь Mary Kay. Ви сказали, що ви проводите майстер-класи, ви сказали, що вони безкоштовні, і вони діляться на, як, на дві частини, чи вони двох якихось направлень? Ні, майстер-класи, просто кожна жінка має право вибрати, яку вона хоче посетити майстер-класс. Это может быть по уходу за лицом, может быть по уходу за телом, это может быть аромат или декоративная косметика. И это безкоштовно? Это бесплатно. Это Mary Kay создала так... У нас есть правило «попробуй, прежде чем купить». И каждая женщина... Ну, сейчас не нужно продавать то, что вы вот, да, говорили, там, вам нужна пудра. Не нужно. Женщина пробует, она... Ну, мы все умны сейчас, и у нас достаточно много косметики, и мы понимаем, что нам подходит, что нет, это не то время, да, там, 90-е годы, скажем так. Поэтому я просто провожу такие, как уроки красоты, я обучаю женщин, я подбираю индивидуально вашу систему, а не подружки там, да, или там соседки. То, что по потребностям вашей кожи. И вы это сразу пробуете. И вы понимаете, если вы видите, что вам это нравится, вы можете это приобрести. Если вы понимаете, что где-то вот вы хотите еще подумать, вы думаете. То есть они не обязывают к покупке, но при этом всем вы имеете право попробовать все, что есть в компании Mary Kay. В этом и заключается, ну, как бы, должность консультанта по красоте. Знаете, ну, приходят люди, они тоже, например, хотят делать это своим бизнесом, да? Да. Вы тоже их навчаете? И как это происходит? У нас есть два направления прихода в компанию Mary Kay. Да? Я вот изначально пришла не в бизнес. И если бы мне сказали, что я буду этим заниматься, ну, я бы сказала честно, мягко, я бы не поверила бы, да, потому что я пришла только вот на определенные свои какие-то моменты того возраста, да, 25 лет, вы же понимаете, да, другой немножко в голове. И я мило закончила юридическую академию, будучи, да, в компании Mary Kay, за деньги заработанные в компании Mary Kay. Я вот все развивалась, вот как большинство людей приходит, да, как я говорила, для себя. То есть человек может прийти для себя, он может пользоваться продукцией, он может обслуживать своих там подружку, маму, сестру, да, и не вести как бизнес. Но есть второе направление, это вы покупаете продукцию для себя. Соответственно, вы ухаживаете за собой, вы также ухаживаете за своими близкими людьми, но вы обязательно проходите определенные обучения. Это стилистика, это макияж, это косметология. То есть, потому что консультант по красоте – это тот человек, который обучает женщин быть красивой. Это не продажник. То есть мы немножко отличаемся. Мы консультируем, подбираем и улучшаем, скажем так, внешний вид. Ну, не только внешний женщины, потому что, да, это внутренне тоже работает. И тогда уже девочка проходит определенные занятия. Я как лидер бизнес-группы, когда приходит человек ко мне, конечно же, я веду ее, я помогаю проводить первые мастер-классы, я обучаю ее более глубже макияжу, ставить руку, как правильно, да, там, кисти, или как правильно носить средства, чтобы она могла обучать дальше. В этом и заключается, в общем-то, консультанта по красоте, ну, профессия консультанта по красоте. Чудово. Ну, давайте тепер поговоримо більш детально про продукцію, так? Я бачу, у вас така, ну, така, такий сундучок, скринька, як можна, що це таке? Это такой приятный бонус. У нас
компания в этом году. У нас вообще компания «Моряки», почему работает компания «Моряки», и мы сейчас тоже об этом скажем, потому что у нас все системно. Но любой врач вам, косметолог, да, скажет, что уход за лицом должен быть системный. То есть это должно быть обязательно 5 этапов. И компания «Моряки», почему я увидела в первый раз, да, результат на своем лице, потому что также была система. Это обязательно должно быть очищение, да, вот, это обязательно должно быть отшелушивание, тонизирование. Здесь компания просто соединила, сделала 4 в одном, 3D-систему. Это обязательно дневной крем, ночной крем и крем для глаз. То есть это у нас вышла новая система, и компания дарит вот такой вот потрясающий кейс в подарок этой системе. Потому что она вышла у нас 16 сентября, и вот до конца ноября каждый человек, который заказывает такую потрясающую систему, получает такой кейс в подарок. Он такой вместительный, он такой... И просто для путешествий это... Я просто люблю, знаете, как мы все девочки любим все красиво. Здесь вот такое вот есть отверстие, где можно положить украшение, когда вы, допустим, в дорогу. И, соответственно, здесь еще много всего помещается. Плюс та же система, потому что вы же видели, я достала. А еще вам это дуже цікаво, знаете, що там лежить у вас? Так как у нас с вами тема была перепрофилирование осенне-зимний період, в любом случае, да, у каждой женщины должен быть уход. И это не просто крем и очищение. Ну, может быть, в летний период умывания, да, скажем так, очищение и увлажняющий крем может быть достаточно, но в зимний период нет, потому что у нас же кожа как получается? Идут ветра, холода, морозы, кондиционеры, отопление, все это влияет, ну, скажем так, пагубно, да, на нашу кожу. Поэтому я взяла здесь с собой средство показать вам, что, не, ну, не важно, там, ну, конечно, важно, чем вы пользуетесь на самом деле, какое у вас очищение, то есть как мы переходим с одной системы на другую. То есть мы можем поменять очищение. У нас есть в компании «Моряки», эта система вышла в 4 формулах. Одна для сухой нормальной, просто, для сухой нормальной с SPF 30. Дневной крем, вы знаете, что лето, зима, весна, осень, SPF 30 должен быть обязательно в кремах. Да? И также комбинированная жирная, обычная система, комбинированная жирная с SPF 30. То есть мы здесь можем немножечко поработать с системой, где-то крем заменить или очищение, ну, период, да, когда переходит. Также, девочки, рекомендую добавить потрясающий тоник, очень его люблю, всем о нем говорю, он снимает много всяких моментов работы с кожей, он и восстанавливает pH нашей кожи, да, потому что, вы знаете, есть правило 5 секунд. Умылись, и тут же сразу наносите тоник, без содержимого спирта, категорически. Девочки, за 25 спирт убрали, и тоники с содержимым спиртом мы убираем сразу же. То есть он очень хорошо увлажняет кожу, он хорошо помогает транспортировать всех полезных компонентов, которые вы в дальнейшем уже наносите, то есть глубже проникают они в кожу. Плюс я знаю точно, что он снимает аллергические реакции, потому что это проверен мой личный опыт, хотя компания об этом не говорит. Я могу просто, не хватит времени, я могу много рассказать, у меня же столько клиентов. Я добавила сюда тоник обязательно в этот период. Также я добавляю, девочки, пилинг. Пилинг... Мы с вами тоже немножко просто говорили до эфира. Пилинги обязательно должны быть, потому что пилинг – это то, что снимает верхний слой ваших клеточек. Просто кто-то ходит в салоны, да, а можно делать, компания «Моряки» просто выпустила пилинг гликолевый, который можно использовать в домашних условиях 2 раза в неделю. У вас не будет дряблости, у вас не будет серого цвета лица, ваша кожа не будет терять влагу, потому что он очень такой, я бы его дала попробовать вам на ручку. Я дам, конечно. Не, может, и да. Можно, да, да, вот как раз у вас. Он такой, как это мой, я его так люблю. Он, попробуйте, вот как сметанка. Он очень нежненький, он не вызывает никаких раздражений, то есть он не травмирует кожу. Он так приятно пахнет. Он божественный. Я так люблю его наносить 20 минут. Ну, при сухой коже и чувствительной мы наносим 10 минут. При комбинированной жирной можно 20 минут. И вы там пьете себе утром кофе. Ой, вечером. Чай. Утром мы не делаем пилинги. Пьете себе чай или кофе. И 20 минут на вашей коже. Потом просто смываетесь, наносите тонику, увлажняющий ночной крем и ложитесь себе спать. То есть пилинг, девочки, должны... Должен быть один обязательно, потому что наша кожа отшелушивается каждые 3-5 дней. Если мы не снимаем верный слой ороговевших клеточек мертвых, то у нас потом, ну, как бы не совсем красивая кожа. Так. Поэтому работаем. Обязательно летом, ну, тогда вы можете, компания рекомендует его круглый год. Но многие просто переживают летом, загар не хотят смывать там или еще что-то. Осенне-зимний период это просто чудовый обязательно для пилингов. Да, девочки, поэтому добавляем пилинг. Еще здесь я добавила... Есть такие 2 потрясающих средства. Это питательный обновляющий крем. Почему я его добавила? Потому что он очень хорошо глубоко увлажняет. Мы можем с вами также пробовать. Давайте там, где мы еще ничего не пробовали. И вы как раз будете говорить свои ощущения. Мы его называем в компании еще утюжок. Вот область декольте, руки. Он разглаживает, просто настолько. Приятно пахнет. Так.
И он очень мягкий. Я люблю крема, которые проникают в кожу, и их не чувствуется. Ну, потому что я обладатель жирной кожи. Поэтому мне нужно, чтобы это все было глубоко, и никаких ощущений, чтобы знаете, не возникало. Знаете, дуже чудово. Дуже. Пилинг мы смоем после передачи. Так, так. Я хочу сказати, що перед ефіром Юлія мені зробила процедуру з рукою, але ми закінчимо з цим і потім перейдемо. У вас там ще щось залишилося. Это такой крем, мы его называем соспасатель. Это крем, который должен быть у всех. Не даже если вы ну, по каким-то там причинам да, вот не пользуетесь моряки, он у вас должен быть обязательно. Потому что этот крем идеально. У меня есть мужчины-клиенты, которые пользуются мужской. У нас есть мужская линия, у нас есть мужские ароматы. Да. И вот у меня есть один мужчина, который просто безумно, он его, я говорю, вы что, его на хлеб мажете? Да так шучу. У него очень трескаются пяточки. То есть он говорит, Юль, говорит, все, чтобы я бы не пробовал, это тот крем, который реально мне всегда заживляет, спасает. И в зимний период я лучше предотвращу, чем потом это все болезненно переносить. То есть его можно использовать... Когда вот сильно сушат ручки, когда вы поехали в Буковель, вы знаете, что там очень холодно, вы можете наносить его даже на лицо. То есть этот крем можно носить на все участки, он называется ночной глубоко увлажняющий крем, он идет как для сухой кожи, но его можно использовать для всех. Да. Ожоги, вот если, не дай бог, где-то обожглись, тут же наносят только водичку, потом крем, ни следов, ничего. Это то, что мы говорили, да, как убрать некоторые следы. Он очень крутой. Он должен быть просто, я его выдавливаю в баночку, у меня есть от пудры осталось, и прямо на кухне, он у меня стоит возле газовой плиты, если не дай бог что-то, я быстренько раз нанесла, все, я знаю, что ничего не будет. Спасателями я никакими другими не использую. То есть в зимний, ну он в любое время, но в зимний вот он особенно нужен. То есть это такой спасатель, мы его называем. И даже ребенку своему мазала, когда она была масенькая еще, вот когда были какие-то прелости, вот такая штучка. То есть вот он... Так, ну що ж, з цим ми закінчили. Так? Я почала казати, що перед ефіром ви мені зробили процедуру на одній руці. І я дійсно, ну так телеглядачі, мабуть, не побачать, як треба. Але ну, можете мені повірити, що я отримала дві різні руки. Бо це дійсно ну, з першого разу мені навіть досі даже не віриться, що таке може бути. Це, але це зроблено лише один раз. Я навіть уявити не можу, наскільки молодшують руки, які видають вік жінки насамперед. Там. Ну, це просто більш ніж прекрасно. Давайте поговорим ще про це. Про ручки. Тому що руки, ми всі знаємо, це візитна карточка жінки. Ця система состоїт, от вона в такій от шикарній упаковочці. Дуже добре на подарки. Мені так люблять клієнти, от зараз, тим більше, час Нового року. Просто аромат, його потрібно підбирати. Ну, чесно, да, у кожного у нас є свої нотки, які-то ми любимо, які-то ні. Уход за лицом обов'язково підбирати. У мене є подарочні сертифікати, які я дарю, тому що ну, чоловік має спробувати. Я має бути впевнена, що вона, їй буде комфортно, що це її уход. А от бархатні ручки, вони підходять абсолютно всем. Они у нас называются тиновые ручки. Сюда входит первое средство. Это экстравлажняющий крем. Он тоже глубоко увлажняет. Он смягчает верхний слой, то, что вот мы наносили. Так, он смягчает верхний слой мертвых клеточек. Вы его наносите. Сверху на него вы наносите скраб, который содержит масло ши и содержит экстракт белого чая. Это иммунитет нашей кожи. Да? И потом вы смываете, как мы с вами делали. И потом наносим крем, который в течение 9 часов сохраняет влагу в коже. В особенности в этот период, так, поэтому так, кожа так. выглядит... Можно очень... мыть руки. У меня и... стоит ванна, я просто даже скрабиком мою руки. Так. Можно процедуру вы делаете два раза в неделю, да, ну, компания рекомендует. Но вот скрабом у меня, я же говорю, я им даже периодически просто мою ручки, вот когда мне там, я чувствую, что где-то, да, передержала, сразу помыла ручки, идеально работает. Так. А ви сказали, що у вас є не лише для жінок, але й для чоловіків продукція. І, до речі, чоловіки приходять на майстер-класи? Так, мужчини дуже люблять майстер-класи. Чому-то у нас так зараз повелось, що жінка на собі економить. Ну, честно. А вот мужчины нет. Есть такие. И мы с этим, я с этим очень, как бы, даже не хочу слово говорить, борюсь, да, но вот я пытаюсь объяснять женщинам, что на самом деле самый главный человек в их жизни – это они. Потому что от них это все идет. Это кажут, счастливая женка, счастливая родина. Вот, спасибо огромное. Так оно и есть. Поэтому...
Ну, в общем-то, да, когда женщина уже пробует, она видит, она понимает, и она уже начинает тогда за собой ухаживать. У нас просто, к сожалению, вот то, что я говорила, что я веду еще для подростков, и не успела сказать, что я провожу мастер-классы для любых возрастов, начиная с подростка, потому что когда ты изначально девочка же прививаешь, как она должна за собой ухаживать, что это душ 2 раза в день, что умываться нужно специальными средствами, да, то есть я не говорю о какой компании, то есть когда я веду обучающие для... У меня есть 2 школы, с которыми сотрудничаю, я веду там обучающий просто урок, по уходу за собой. Какой должен быть макияж у подростков? Они же делают это. Просто они это делают так, что мамы в шоке. И они же все равно это делают. Так лучше я их научу, пускай они делают это правильно. То есть у меня есть такие, да, вот мастер-классы. Есть мастер-классы для девочек там от 20 и выше, и заканчивая 125, да, неважно в каком возрасте. Просто здесь самое главное вот подобрать правильную систему, то, что мы говорили. И женщины, когда они уже в школе же нас не обучали раньше, поэтому мы прививаем уже, там, скажем, после 30 себе как-то, да, вот правильному уходу. А у мужчин все очень просто. Они все хотят быть красивыми, они понимают, что их мало. Так. То есть они этим пользуются. Они используют не только мужская линия, потому что в мужской линии у нас там гель для умывания, крем для глаз. У них в мужской линии у нас нету скрабов, нету пилингов. Они идеально используют с обычной, ну, с обычной, да, линии, потому что она нет там, она универсальная. Кожа, скажем так, у всех же одинаковая, да. Ну, немножко там отличия есть, конечно же. То есть и они отлично пользуются всем этим. Причем они это точно делают регулярно, у них эффект быстрее видно, чем у многих женщин. Так. Они такие системные, знаете, сказал, сделал. Так, так. Утро, вечер. И потом говорят, смотри, как мне. Хорошо, результат есть. Ну, то есть мы еще и ведем потом, потому что я веду своих клиентов. У меня не просто человек купил и ушел. Я через два дня узнаю, как состояние кожи. Через 2 недели, через 2 месяца. То есть обязательно я веду все время своего клиента. Подарки, праздники. То есть у меня такая обширная программа. Это все на мастер-классе я рассказываю. Нам не хватит эфира, чтобы я все рассказала. А вы знаете, вы так розповідаєте зараз, що хочеться прийти. Ну, не знаю, я думаю, що і нашим телеглядачам. Тим паче, що може прийти і чоловік з дружиною, і дівчина з своїм хлопцем. І думаю, що вони з користю для себе проведуть свій час, тому що ми всі любимо красиві речі, ми всі любимо бути гарними, і ну, ми всі любимо свята. Да. І да. Подарунки. Сейчас как раз время подарков, да, вы можете телефоны вы покажете, так, так. Да? Я, до речі, хочу нагадати нашим телеглядачам, ви протягом програми на екрані свого телевізору бачите номери телефонів і адреса, але я так думаю, Юлію, що треба подзвонити, записатися. Лучше предварительно, так. Да, потому что... Це 067-309-96-10, 093-203-78-16. По цим телефонам ви можете дзвонити, записуватися на майстер-класи, на консультацію. Ну, а офіс ваш знаходиться на Адміральському проспекті 33А. Отже, 067-309-96-10, 093-203-78-16. Ну, і офіс Адміральський проспект 33А. Я ще раз нагадаю, уважно дивіться, не лише слухайте, телефони і адресу ви бачите на екрані свого телевізора. Так, щось у нас там ще лежить, я бачу. Да, у нас здесь есть такая еще система. Вот я часто слышу о том, что губы, ну губы это же так. Такая, скажем так, самая сексуальная часть лица, да, потому что всегда, когда мы говорим, на них обращают внимание. Да, знаете, как то кажуть, у женщины на обличчі повинно быть 2 речі, очи и губы. Да. Да. То есть ручки, почему за ними нужно ухаживать? Потому что мы тактильные, да, мы трогаем наших деток, мы трогаем наших мужей. То есть, и, соответственно, руки делают как мужчины, так и женщины. Причем мужчина, если он один раз их сделал, он покупает и жене, и маме. То есть, ну вот я смотрю просто... Гарні, доглянуті руки, навіть хочеться, скажімо, не будемо так грубо казати, попасти, так? А хочеться, щоб ці руки до тебе торкалися, так? Да, однозначно. Поэтому и запоминается больше всего. Да, мы ж все помним, как наша мама нас обнимали, да, так. Вот именно ручки. То же самое губы. Никому не приятно, когда там парень целует или девушка, у нее там шелушения какие-то на губах, да, или там обветренность. Ну, это даже или... лише, когда дивишься, не дуже приятно, комфортно. Но когда еще да. Торкаешься, да, так. Прикасаешься к детям. То есть, ну, это а совершенно... насамперед є люди, які там, у них така звичка облизувати весь час губи, тому що, знаєте, коли помада, ти її відчуваєш і не робиш цього. А там, наприклад, коли помади немає, в
тебе вдруг раптом така звичка. Ти думаєш, господи, невже в мене така звичка? Чого я себе облизую губи свої? Да. Ну, а потім проблеми. Да. Тому що пересихає, во-первых. Во-вторых, все мені хочеться облокотитися. Я так люблю цей чемоданчик. Він просто потрясающе. Виглядить з ним так удобно. Здесь также компания, вот то, что ты говорила, все системно. Здесь то же самое. Здесь входит скраб. Для, вот я вам давайте его нанесу на ручки, вы даже почувствуете просто по ощущениям. Давайте, может, я? Попробуйте, да, потому что мне неудобно немножечко. Угу. О, вот, да, мы так, не могли так, здесь, так. Да. То есть, я бачите, как я иду до своей мечты. Да. Вот это очень хорошая черта. Не дивлячись ни на что. Да. Так, так, так. То есть, крабик получается, что вы, вообще так, наши так. Губки начинаются вот сантиметр уже, да, до губы, вот только так. Пошел подъем, это уже пошли губки. Вы чувствуете, ой, там такой приятно. И также состав белый чай и а потом после этого скрабу вы смываете. Вы нанесли, так. Потом вы смыли губки, ну, подшелушивали. Вы скатываете все эти мертвые клеточки. Вы снимаете вот это вот то, что нарастает на нашей коже. Губы же тоже каждые 5 дней нужно отшелушивать. Потом вы это снимаете, ну, влажной спонжем, там, ватным диском. И наносите вот такой вот бальзамчик. Бальзамчик в течение 9 часов. Вот это еще бальзамчик попробую. Я сегодня вся в Марикей. Придите ко мне на мастер-класс, будете полностью вся в Марикей. Да, получите море удовольствия. Это, да. Скорейше. Поэтому, то есть они, он такой очень, чувствуете, он не жирный. Никому, даже мужчины его очень любят использовать. Плюс он содержит противогерпесный комплекс. То есть с вашими губами все в порядке. Вы не переживаете о том, что что-то где-то как-то там будет. То есть они будут мягенькие, да. Я знаю, что Марикей это дуже гарна продукція. Ви знаєте, Юлю, лише є один мінус в нашій розмові сьогодні. Те, що програма підійшла до кінця. Да. Я вас ще слухала і слухала. Але Юлія запрошує на майстер-клас, вони безкоштовні, я вже нагадую. Записуйтесь за номерами телефонів 063-309-96-10, 093-203-78-16. І офіс знаходиться, Юлін офіс, Адміральський проспект 33А. Ви бачите на екрані номери, адресу офісу. І дякую вам за те, що прийшли, за те, що сьогодні ви, Юлю, прийшли до нас. Ну, а телеглядачі виділили час і провели його разом з нами. Гадаю, з користю для себе, тим паче, що на вулиці вже холодно і наближаються свята. Отже, насамперед, треба скористуватися пропозицією Мері Кей. Дякуємо, дякуємо з Юлею за те, що цей час провели разом з нами. Ще раз, Юлія Сметаніна, лідер міжнародної компанії Мері Кей. Кей була сьогодні гостею програми «В світі здоров'я». Побачимось.